Ну, сегодня я решил купить, то есть не то, что решил, а захотел купить Teen Strike Sky, тоже безалкогольный. Вчера я тоже хотел его купить, но я решил купить Dark, потому что я Dark редко пью. Я в основном пью вот такой вот. Именно тоже безалкогольный. Вот, но я вчера решил купить Dark, потому что, типа, я подумал, мол, ну я его и так редко пью. Почему бы его не купить? Вот, а сегодня я купил это так, как я и хотел вчера еще. Вот. Кто не смотрел мое видео насчет Team Strike Dark, я вот вчера записывал. Мне больше всего нравится безалкогольный, вот именно вот этот, Sky. Да. И он более сладкий, более вкусный, и мне больше нравится вот оформление. Вот белое, оранжевое, синее. Dark он черный. Вот, а тут белое, оранжевое, синее. Мне нравится это сочетание цветов. Вот. Что касается алкогольного, то мне наоборот нравится черный больше. Вот, а безалкогольный больше нравится вот такой. Ну. И вот белые грибы со сметаной Лейс. Но они мне не особо нравятся. Вот в отличие от вот этого, например, напитка, да, который я хотел еще вчера даже купить, блин. Вот. И вот эти чипсы, они мне не очень нравятся. Ну, я не знаю, не очень тут вкус грибов чувствуется. Вот, например, чипсы Лейс с беконом, они очень ароматные, очень душистые, да. Например, если Лейс брать, ну, с тем же сыром, тоже вкусные такие. А вот эти грибы со сметаной, тут не очень как-то вкус чувствуется. Вот, не очень они ароматные такие. Ну, я вот решил купить еще раз тоже, ну, поесть. Вот видите, я уже открыл тоже, их пересыпал уже себе в специальную такую штучку, вот, которая намного удобнее, чем пачка, в которую рукой залезать надо, блин. Ну, вот то, что я очень не люблю. Так что вот у нас такое меню сегодня. Кстати, вот этот белый фон, это у нас тут в углу стоит шкаф для одежды. А. И я как бы решил снимать на этом белом фоне, потому что, ну, как бы, ну, если бы я, например, снимал на каком-то цветном фоне, то все эти цвета бы смешивались. А так я снимаю на белом фоне, то есть все внимание я концентрирую вот на этом всем, как бы, да? Вот. То есть вот так вот я сделал. А вот это просто как бы дополнительный такой. Получается, у нас тут, ну, как сказать, блин, не знаю, как назвать это. В общем, короче, это лампочка специально, если, например, темно, да, ну, у нас свет, конечно, в комнате есть, но тут у нас в углу стоит просто лампочка, на всякий случай просто открыл, чтобы прям в шкаф туда посветить, потому что там много обуви всякой, посветить в шкаф, поэтому вот она тут лежит. Ну, и как бы дополнительно у меня такой тут предмет, украшает, так сказать, немножко. Вот, но она, в принципе, такая прикольненькая лампочка. А, видите? В темноте она прикольно светится, она такая немножко синим цветом таким отдает. Вот. Так что вот такая вот у нас тема. Вот видите, нон, типа, без алкоголя. Я его еще не открывал, сейчас опять поставлю на окно. Сейчас, кстати, минус 20 градусов, вообще, блин, холодильник. Сейчас, когда в магазин спускался, я прям быстренько, знаете. Вот. Так что вот такая вот у нас сегодня закусочка. Я, кстати, сейчас поел. Я на голодный желудок такой никогда не пью, хоть даже тут нет алкоголя, но все равно, хоть даже у меня есть чипсы, но опять же все равно. Вот это как бы не считается. Я обязательно поел сейчас. Вот. Ну как, я поел, плюс смотрите, как получается. То есть я это не сразу, после еды я не сразу пью. Во-первых, я поел. Во-вторых, я сходил в магазин, то есть уже прошелся. Да? Во-вторых, у меня это будет еще стоять минут 20. Ну, на окне. Вот, или в холодильнике. Ну, сейчас зима, на окно поставлю. Вот. Так что я не сразу после еды. То есть у меня за это время, у меня там еда уже нормально уложится там. Вот и все. То есть это как бы, можно сказать, это как бы вот, например, на обед ты ешь первое, второе, да, там потом еще пьешь что-нибудь, например. Вот, а у меня как бы получается первое, у меня в этом была еда, вот я съел кашу. Вот. Каша у нас была, знаете, какая? Овсяная с малиной. Вот, вкуснятина. И это у меня как бы будет такая добавка, не знаю, дополнение, что-то дополнительное такое. Ну, это я так сказал образно, да? Ну, вы, наверное, не поняли, о чем я сказал. Ну ладно, фигня, короче. Ну вот. Че еще сказать-то?
Ну, сегодня 13 число, завтра 14, день Святого Валентина, то есть, или как там его называют-то? Я уже не помню. Или просто день Валентина. Вот. 14 число, потом 15, там будет, быстро пройдет, а 16 уже Alan Wake выходит на компьютере, вот. Я буду делать прохождение в хорошем качестве с комментариями, так что, пожалуйста, смотрите. А. Так что вот он у нас. И тут, кстати, нарисованы грибы в сметане, да, то, что они типа в сметане. Вот. А чипсы просто так лежат, нарубленные. А было бы прикольно, знаете, как, чтобы они нарисовали. Вот, например, представьте, такая тарелка, на ней лежат чипсы. То есть, нет, тарелка, в ней лежат грибы, вот эти в сметане, и плюс еще кусочки чипсов. Прикольнее же было бы. Я думаю, что да. А тут они просто, видите, положили рядом их. И грибы тоже рядом положили. Вот я бы сделал как бы вот грибы и тут такие еще кусочки чипсов. Прикольно было бы. Камера отдаляется, свет выключается и запись останавливается.